Дракулята Продакшн представляє фільм по мотивам Юлії Наумової і Віталія Обухова. Однажды двое обыкновенных ребят, идя по коридору прекрасного дворца Орджоникидзе, встретили незнакомку, которая дает им странный флакон с жидкостью, говоря о том, что если они добавят содержимое флакона в еду, то обретут неслыханную силу. Ребята не смогли удержаться от соблазна узнать, что же за неслыханная сила им обещана, и добавляют зелье в еду. Днем им становится плохо, и они теряют сознание. А придя в себя, понимают, что они уже не они. Они мутируют в вампиров. «У нас неслыханная сила», — сказал Виталий. «Мы захватим лагерь», — сказала Лика. Посещая все мероприятия, они постепенно превращали всех ребят в их подобие. Армия вампиров росла со страшной силой. Им было очень сложно. Приходилось проходить много соревновательных моментов. Петь, танцевать, плавать, стрелять из водных пистолетов, участвовать в утренней разминке и даже общаться с кошками и собаками, чего вампирам категорически запрещено.
вскоре их числу не было предела, и весь лагерь погрузился в вампирскую бездну. И вы думаете, что это было на самом деле? Да нет, конечно, мы вас разыграли. И у этой истории был на самом деле счастливый хэппи-энд. Ребята просто заснули. И это был ужасный сон. И пребывание в лагере Серго Орджоникидзе останется в памяти ребят самым незабываемым приключением.